Всем привет, с вами Александр Стрельченко, вы как всегда на моем YouTube-канале. И мы сегодня находимся в кафе «Пассижу». Это Днепр, это улица Яворницкого. Сюда мы пришли попробовать европейскую и французскую кухню. Давайте посмотрим, что мы взяли. Взяли мы луковый суп, посмотрите сюда поближе. Первый раз буду пробовать луковый суп, посмотрим как по вкусу. Цена лукового супа 160 гривен. Давайте прочитаем, что мы еще взяли. Цезарь мы взяли. Вот он, цезарь, 215 гривен стоит. Красиво выглядит. Стейк из свинины мы взяли. С сальсою и кабачком гриль. Вот этот стейк. Взяли мы чизбургер. Чизбургер стоит 255 гривен. Стейк из свинины 265 гривен. Цезарь 215 гривен. Сейчас мы, конечно, это все попробуем. Хотел бы поздравить вас с Новым годом. Пожелать, чтобы не было войны. Пожелать, чтобы не летали ракеты и ни нас не беспокоили никакие сирены, как это все происходит у нас в нашей стране. И всем счастья и добра. Ну, давайте попробуем луковый суп. Посмотрим, что они нам приготовили. Давайте, вот она, луковый суп. Посмотрим, в тарелке находятся две гренки. На двух гренках, походу, это сыр. Можно это посмотреть. Да, сыр. Посмотрим на луковый суп. Ну, видим лук. Давайте попробуем луковый суп отдельно. Бульон. Давайте попробуем гренку. Мне вкусно. Первый раз пробую, говорю еще раз, луковый суп. Мне вкусно, мне нравится. Гренка в тему тут с сыром. Давайте еще раз бульончик попробуем. Лионский луковый суп. Вкусный. Горячий, насыщенный. Лука много. Гренка дополняет. Сыр, это все играет. Чуть-чуть зеленушечка. Мне вкусно. Мне понравилось. Это «Пассижу» луковый суп. Цена такого лукового супа 160 гривен. Не маленькая порция. Я думаю, грамм может 250. Ну, в принципе, покушать одному нормально. Две греночки, опять же. Мне понравился луковый суп. Давайте его уберем. Луковый суп. Давайте скажем по приборам. Массивные приборы чистые, вилки чистые, ножи чистые. Берем, давайте попробуем цезарь. Опять же, посмотрим, давайте пока цезарь не будем трогать. Подставочки для зубочисток прикольные такие сделаны. На столе солянки, перечницы, все чистое. Приборы новые, даже подсвечник стоит. Салфетки достаточно, плотные салфетки. Опять обратите внимание, «Пассижу», Эльфинова башня. Классно, конечно, сделано для салфеток, такая подставочка. Опять новогодняя тематика на столе стоит. Скажу, что столы массивные. Можно даже показать чуть-чуть интерьер, сюда повернуть. Стулья бархатные. Я вам скажу, что это уровень, даже ресторанный уровень. На сиденьях, на диванчиках, на котором мы сидим, подушки. Все чисто, никаких пятен, ничего такого нет. Все новое, все чисто. Это замечательно. Это «Пассижу» на Яворницкого. Давайте попробуем цезарь. Вот такая подача цезаря. Возьмем вилочку. Красиво выглядит. Видим перепелиные яйца. Видим, наверное, это бекон. Скрученный такой бекон. Видим, давайте просто руками вот так вот возьмем. Видим мы сыр. Наверное, сыр, я думаю, это пармезано-реджано. Сейчас мы это попробуем. Видим мы крутоны. Мы во французском ресторане и французской кухне. Значит, крутоны, а не гренки у нас. Опять же, давайте уберем и посмотрим. И кусочки курицы. В принципе, порция нормальная. Вот жареные кусочки курицы. Курица мягкая. Вилкой протыкается нормально. И видим мы томаты. Опять же, все зависит от соуса, от сыра, если это пармезан и соус. Давайте перемешаем это все. Листья салата, естественно, мы видим. Все перемешаем. Соуса немало достаточно. Видим.
Давайте попробуем салат Цезаря. Возьмем ножичек, наверное. Возьмем салат с соусом, попробуем. Хотелось бы взять все, конечно. Давайте попробуем. Очень нежная курица. Хорошо пожарена, нежнейшая курица. Соуса хватает. Давайте попробуем сыр. Пармезан или нет? По запаху похож на пармезан, пармезано-реджано. Ну, вроде пармезан похож, да, очень сильно похож на пармезан. Сейчас просто много, мы в Украине находимся, много заменителей есть, грана-падано, но он что-то отличается от пармезано-реджано. Ну, по-моему, это пармезан, и он вкусный сыр. Похож на пармезан, наверное, это пармезан. Разновидности, опять я говорю, много пармезанов, и я говорю, что рано-подано, похоже, и так дальше. В принципе, салат не маленький. Давайте еще раз посмотрим тут поближе. Кусочки курицы, курица нежнейшая, хорошо пожарена, это прекрасно. Крутоны тоже хорошо пожаренный. Сыр вкусный, перепелиные яйца. Опять же, салат и соуса хватает. Опять же, это, по-моему, бекон. Кусочек бекона. Да, скрученный кусочек бекона здесь в салате. Салат, мы уже говорили, салат Цезарь стоит 215 гривен. Для центра, почти для центра города, это Яворницкого, Днепр. Кафешно, это кафе посижу, но я опять же говорю, похоже на ресторан. Это как вот ресторанная тематика вся такая, вот на кафе меньше похоже, это больше уровень ресторана. И подача блюд, и сама атмосфера, и опять же мебель, все это ресторан такой вид имеет. В принципе, вкусный, Цезарь вкусный. Это второе блюдо, которое мне понравилось. Мы специально взяли классический Цезарь с курицей, чтобы попробовать этот Цезарь. Луковый суп понравился, Цезарь понравился. Порции не маленькие, пока мне вкусно. Давайте уберем этот Цезарь. Давайте перейдем, наверное, мы к стейку. Стейк из свинины у нас. Посмотрите, какая подача. Подача на доске. Давайте уберем тут бумагу. Сальсу видим, вот сальса. Вот он стейк сам. Видим кабачок гриль. Вот кабачок чуть альденте, как он и должен быть. Он не должен быть полностью на гриле приготовлен. Он альденте, я чувствую, вот вилочкой можно вот так вот сделать. Вот. Давайте сразу его и попробуем. Кабачок. Запах гриля. Замечательно, просто класс. Очень вкусно. Нежно. Чуть-чуть он недоготовлен, это правильно. Чуть он альденте сделан, это замечательно. Опять посмотрим. Здесь лежат гренки. С французского багета видно. Порезаны с багета. Чем-то они посыпаны, или паприкой, или перцем острым. Я еще пока не знаю, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим сам стейк. Берем стейк. Так он в бумажке нам подали стейк. Давайте его порежем. Это свинина. Это свинина у нас. Ну, понятно. Не знаю, прожарка в свинине. Надо говорить, ну, это полностью прожарка, well done. Хотя, может, в свинине нету прожарки, я не знаю, только в говядине. Ну, по запаху приятно. Давайте попробуем по вкусу. Самое главное, что стейк сочный, не сухой. Может даже посмотреть, давайте посмотрим ближе. Надавливаем, видим чуть-чуть сока. Стейк не сухой, да. Это главное, что он не переготовлен. Правильно сделан стейк. Мне стейк нравится. Где-то может быть 5 с минусом. Луковый суп, скажу, мы оценки не ставили. Луковый суп где-то вообще пятерка. Класс, мне зашел, потому что, ну, я, во-первых, никогда его не пробовал, опять же, повторяюсь. Мне очень понравился. Цезарь тоже где-то 5 с минусом.
Но вот стейк где-то тоже где-то 5-7 минусов. Не отлично, но он вкусный стейк. Ренки, я думаю, пробовать не будем. Опять же, кабачок чуть-чуть хрустит. Чуть-чуть, где-то далеко, но приготовлен он отлично. Опять же, мы не попробовали сальсу. Вот сальса есть у нас. Давайте посмотрим. Такая подача сальсы. Вот так она, валерьяновая ложечка. Запах приятный. Давайте. Тут чувствуется перец. Запах перца. Да, остринка. Перец. Если я не ошибаюсь, по-моему, томат. По-моему, томат. Не буду точно говорить, но остринка хорошая, такая где-то, ну, на 2 балла из 5. Вот такая вот сальса подается к стейку. В принципе, стейк мне нравится. Взял бы я еще раз такой стейк, да я думаю, что бы взял. Мы сейчас пришли снимать, мы пришли с семьей. Новый год, мы пришли просто в кафе покушать, посидеть. Мы взяли некоторые блюда, мы сейчас, конечно, это все будем, и семья попробует, и, конечно, скажет свое тоже оценки, свое мнение. Давайте напомним, что стейк из свинины 265 гривен стоит. В принципе, немало. Подача хорошая, красивая. На доске принесли, плюс сальса. Я считаю, что для уровня посижу, хотя написано это кафе, но я считаю, что ресторанная подача. Мне нравится стейк. Давайте уберем этот стейк сюда. Опять же сальсу уберем. Вот он приборы. И возьмем мы бургер. Это уже не французская кухня, конечно. Но мы взяли бургер попробовать. Что мы видим? Опять же шпажка, чтобы бургер не распадался. Опять же видим уровень, смотрите уровень, уровень подачи, смотрите, то есть есть перчатки, видите, это уровень заведения, сразу показывают уровень заведения, чтобы взять бургер и не вымазывать руки, может брать и вот так вот кушать. Мы этого делать не будем, одевать перчатки, хотя давайте оденем перчатки, нам же принесли их, оденем перчатки, думаю, они порвутся, у меня рука большая, просто разберем бургер. Черного цвета перчатки, плотные. Разберем бургер. Чуть не попадаю, пальцы не попадают. В принципе, мне здесь нравится. Посижу. Интерьер классный. Опять же, ресторанный уровень. Одели перчатки. Уже не сильно хорошо, но одели их. Давайте разберем бургер. Смотрим, картошка, похожая картошка по-селянски, типа фри. Но вот только такими дольками сделана. Видим соус или кетчуп. Попробуем сейчас. Давайте уберем шпажку. Шпажку убираем. Мне интересна котлета. Это чиз, да, как я думаю, как для меня. То есть, получается, мы взяли 4 блюда. 4 блюда. Суп, опять же, 160 гривен. Можем показать, опять же, этот суп. Ближе, 160 гривен суп. Цезарь у нас стоит 215 гривен. Вот он, цезарь. Стол большой. Так вот выглядит. Мне нравится цезарь. Стейк. Вот стейк лежит. Можно показать стейк, опять же, ближе. Стейк, кабачки. Мне тоже очень нравятся кабачки на гриле. Альденте чуть сделаны тоже. Бургер. Бургер может быть четверка. Четверка это хорошо, но это не отлично. Я думаю, что котлету можно было сделать потолще, но это мое личное, опять же, мнение, и посочнее. Картошка нравится. В принципе, все более-менее где-то, ну, может, на 5 с минусом. То есть это не отлично, но это 5 с минусом, это большая высокая оценка. То есть это не четверка хорошо. Это выше четверки, это почти отлично. Суп мне вообще, конечно, удивил. Первый раз пробовал суп. Давайте я сниму перчатки. Положу перчатки. Опять же, очень хороший уровень заведения. Все мы уже попробовали. Где-то, в общем, я примерно считал, может быть, это все вышло 900 гривен. Но опять, блюда хорошие, качественные и не маленькие. И опять же, луковый суп мне очень понравился, первый раз его пробовал. Цезарь тоже более-менее, это, я думаю, пармезан, опять же, вот, видим, это пармезан, пармезан-реджано.
или какую-то разновидность, может быть, пармезан. Очень похож на пармезан. Соус тоже вкусный. Я рекомендую посижу, кафе посижу, которое находится в городе Днепр, метро Яворонийская улица, напротив парк Глобы. Да, можно показать в окно. Интерьер классный, ресторанный интерьер. Столы мне нравятся, толстые, большие, чистые столы. Можно вот так вот облокотиться, подушечки сзади, все чисто. Официант вежлив, знает свое дело, все рекомендует, советует. Никто съемку нам, естественно, не запрещал. Все четко, все красиво. Честно, мне нравится. Пришел бы я еще раз сюда в посижу. Да, я пришел бы сюда, привел бы, может быть, даже свою семью. Мы с семьей пришли. Сейчас мы, конечно, это все будем пробовать кушать. Но мы снимаем ролик. Опять же, всех с Новым годом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Александра Стрельченко. Может быть, вы хотели, чтобы я что-то еще снял в городе Днепр. Пишите. На все комментарии отвечаю. Может быть, не сразу, но на комментарии отвечаю. Опять же, я уже говорил в роликах, тяжеловато снимать, потому что мы сюда пришли. Они сказали, да, я говорю, подайте нам все вместе, ну, примерно для съемок. Они, да, хорошо, выключили свет. Они говорят, извините, свет выключили. Подождем, конечно, мы понимаем, потому что мы живем в стране, над которой летает ракет. И кто-то нас бомбит, вы понимаете, кто? Какая федерация нас бомбит? То есть, может быть, выключать свет, поэтому тяжеловато снимать. Приходишь, закрыто. Может быть, тревога опять закрыта. Получается так, что мы хотели пойти в одно заведение, пришли в другое, потому что там было закрыто. Так, в принципе, все вкусно. Мне нравится, посижу. Спасибо, спасибо кафе. Посижу, спасибо персоналу. Я считаю, достойное заведение. С вами был Александр Стрельченко. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.